Дорогие друзья, витаю вас в Беларуси на моем YouTube-канале «Акриловая заливка». Спешу поделиться с вами своим рецептом активатора в технике Bloom и Swipe. Ну, я раньше заснимала видео с этим активатором, но сегодня хочется более подробно о нем поговорить. Итак, начнем. Наши подушечки. Что я ложу сюда? Клей ПВА и акриловая краска для потолков в моем случае. Размешиваю, консистенция получается такая, когда холмик образуется и тут же исчезает. Ну, краски будем использовать бежевая, морская волна, голубой. И тут тоже ложим 2 ложечки клея ПВА и 1 чайную ложечку колера. Разводим также водичкой, чтобы была консистенция примерно как и в подушке. Холмик образуется и тут же исчезает. Приступим к нашему активатору. Что мы ложим в активатор? Значит, берем тоже 2 ложечки краски акриловой, 2 ложечки клея ПВА, то есть 1 к 1. И мой волшебный ингредиент – это вот декоративно-защитный состав для древесины. Он такой жиденький-жиденький, но крепко воняет, не будем его открывать. Добавляем капелек 6. Вот, получается, консистенция уже гораздо жиже. Никакого холмика мы не наблюдаем. Вот, теперь можно приступать к процессу заливки. Будем наливать нашу подушечку и пробовать и свайп, и блом технику. Поочередно льем краску. Голубая, бежевая, морская волна. Немножко черного, 2 капельки. И вот наш активатор. Мы это все раздуваем. Так, получились у нас ячейки. Получились, мы их наблюдаем. Вот они, такие у нас получились ячейки. Теперь испробуем свайп. В той же очередности будем наливать нашу краску. И с помощью мастихина, на который мы нальем активатор, протяжку сделаем. Вот наливаем активатор. Можно тоже пару капелек черного добавить. И протяжку делаем. Вот, друзья мои, сразу же наблюдаем появление ячеек. Тут не надо ни греть, ничего. Если они сразу появляются, значит, мы на правильном пути. Ну, еще раз сделаем протяжечку без черного цвета. Вот наш активатор. И протянем. Ну вот, то же самое. У нас ячейки появляются сразу же. Вот в таком количестве. Ну, теперь можно немножко раскрутить. Посмотреть, не исчезли ли наши волшебные ячейки. Никуда ли они не пропали, не подевались. Раскрутим. И смотрим, что наши ячеечки все на месте. Ну, что я хочу сказать, дорогие друзья, что много смотрела в интернете, как же делаются активаторы.
Ну, чтобы было подешевле, побюджетнее, без флейт-ролла, в связи с тем, что он дорогостоящий, ну и не везде его можно купить. Вот этот волшебный ингредиент используем, и все, наша техника получается, и свайп, и блом. Но некоторые очень много ингредиентов ложат в активатор. Уже столько, что, мне кажется, лучше купить флейт-ролл, а то и запутаться можно. Ну вот, все, до свидания, дорогие друзья.